Автомоделизм имеет несколько разновидностей. Одна из них – трассовый, где спортсмен может управлять только скоростью машины при помощи специального пульта. 21 апреля в Центре технического творчества «Охта» состоялись городские соревнования по этому виду спорта. Ну, у нас технический вид творчества. Мы здесь делаем модели автомобилей своими руками и участвуем в соревнованиях. Паяем, пилим и так далее. Юных техников разделили на три группы. Дебют – это те ребята, которые участвуют в соревнованиях впервые. Стандарт – автомоделисты опытнее. В категории абсолют выступили подростки, неоднократно бравшие всевозможные призы. Сначала я построил первую модель по чертежу, мне помог педагог. Она была, конечно, кривая, не очень хорошая. Потом я построил вторую модель, потом третью. Вот сейчас получилась третья модель очень хорошая. Я проехал на ней уже 2 сезона, взял призы на ней, и она едет очень хорошо. Чтобы выиграть, модель должна проехать большее количество кругов за фиксированное время заезда. К слову, эти соревнования последние в сезоне. В ближайшее время организаторы подсчитают баллы автомоделистов и по итогам учебного года наградят лучших техников призами и кубками. Елизавета Фролова, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для K-Insider.